По времени отправления, проследования промежуточных остановок и прибытия на конечную станцию частично изменится расписание следующих пригородных поездов «Ласточка». Туапсе Олимпийский парк отправлением в 9:30, Туапсе Олимпийский парк отправлением в 10:46 вместо 11:10, Олимпийский парк Туапсе отправлением в 5:50 и Олимпийский парк Туапсе отправлением в 18:50. Подробную информацию о графике движения пригородных поездов можно получить на сайте РЖД в разделе «Пассажирам» и по круглосуточному телефону Единого информационно-сервисного центра 8 800 775 400. Звонок бесплатный.